Всем здравствуйте! Знаменитая певица Надежда Бабкина навсегда распрощалась со своими прошлыми отношениями. Сейчас, по слухам, у Надежды Георгиевны новый избранник. Поговаривают, что знаменитость с ее молодым директором Сергеем Рябовым связывают не только профессиональные отношения. Некоторое время назад Бабкина все-таки решилась бросить молодого избранника, с которым прожила в гостевом браке почти 20 лет. Музыкант Евгений Гор после этого с головой ушел в работу. Ну а сейчас артистка поделилась в личном блоге кадрами из поездки на автомобиле. «Кто куда, а мы с топазом, в станицу Каневская», – заявила певица. На показанных кадрах она ласкает своего питомца, красивую серую собаку. Многочисленные поклонники тут же осыпали исполнительницы народных песен комплиментами. Но были и те, кто был недоволен происходящим с Надеждой Георгиевной. «Мы вас обожаем! Вы всегда будете в наших сердцах! Господи, как собаки похожи на своих хозяев! Вы просто прелесть!» – пишут пользователи. Добавим, что нашлись и те, кто считает, что внешность певицы уже совсем не той свежести, что раньше. Совсем недавно некоторые отметили, как сильно Надежда Бабкина сдала свои позиции. Дело в том, что в сети, как выяснилось, Надежда Георгиевна пользуется фильтрами, чтобы скрыть возрастные изменения. Но журналисты сняли звезду без прикрас с акцентом на крупный план. Поклонники пришли в ужас от увиденного. Боже, нельзя так сильно себя фотошопить. Потом народ не поймет таких преображений. Будем надеяться, что в скором времени Надежда Бабкина всем на зависть еще покажет себя без фильтров и макияжа. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!